Творение души и руку в выставочной зале ГДУ имени Франциска Скорины открылась экспозиция разных драўляных образов майстра Владимира Куклина. На ее представлена больше за 40 работ, створенных по канонах старожитно-русских прорысов. Это как знакомитые библейские сюжеты, так и маловядомые мотивы. Побач с некоторыми иконами першопочатковые эскизы и замалевки на паперы. Тое, что лягло у основу твору. Большасть работ выканана з липы. Гэты податливый материал дае мастаку магчымасць адлюстраваць на драўляным палатне самыя дробныя дэталі. Многие, вот уже идет экспозиция, приходят и говорят, мы далеки от православия. Как? Я говорю, рассматривайте это как действительно высокохудожественные работы, когда мы говорим о движении души и рук. И ребята видят, вот там центральный подиум, да, с чего начинается, с клейки материала, с инструментов, которые специально он когда-то заказал для себя, да, когда это эскизно, когда они понимают, что такое прорези. Владимир Куклин народился в республике Мары-Эл, скончил Уфимское мастацкое училище. Удельничал в республиканских конкурсах и выставах, где представлял картины на полотнах, шаканки по металлу и мастацкий понос древа. В 80-х переехал у Гомель. Працавал на фабрице мастацких выробов, створал интерьеры и займался реставрацией образов.